hoşça buluşmak üzere diyoruz. Efendim. Evet, alabiliriz hemen. Hediyelerimizi alalım. Город Ош, имеющий 3000-летнюю историю, объявлен культурной столицей тюркского мира 2019 года. Такое решение было принято 18 декабря в турецком Кастамону на 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран Тюрксой. В настоящий момент Ош начал свою подготовку к проведению года, объявленного столицей тюркского мира, города Ош. Было создано 4 больших комиссии. Эти комиссии уже заканчивают свою работу. В частности, у первой комиссии это работы в области строительства и в целом внешнего эстетического вида города по подготовке и проведению Тюрксой, освещение больших улиц, а также побелка и прочие работы с основными зданиями города Ош. Вторая большая комиссия занимается такими работами, как объявленный трехмесячный субботник, в рамках которого проводится озеленение и благоустройство скверов и других мест для проведения мероприятия. Один из объектов, готовящих к мероприятию, это Ошский центральный стадион имени Ахматбека Суюмбаева. Он был построен в 1960 году и был реконструирован лишь в 2001 году в честь 3000-летия города. Безусловно, с тех пор стадион значительно устарел. Теперь обновляются скамейки, наружные места и подвергшаяся общественному осуждению уборная стадиона. Местные работники, наши частные предприниматели на сегодня проводят реконструкцию Ошского городского центрального стадиона. Работа уже началась. Работники разделили между собой участки и ремонтируют стадион. Мы начнем наше мероприятие утром и, как положено по нашей традиции, начнем с сумелека. Покажем нашим гостям, как мы варим сумелек, угостим их, а потом на площади начнутся наши мероприятия. План подготовки и проведения культурных мероприятий был озвучен на заседании с участием министра культуры, информации и туризма Азамата Джуманкулова. Запланированные мероприятия в рамках года, объявленного города Ош столицей тюркского мира, по запланированному плану будут проходить время от времени. Среди них запланированы научные конференции, выставки, а также соревнования по национальным видам спорта. В настоящее время объекты для мероприятий готовы на 90%, а 15 апреля все объекты будут полностью готовы. Для проведения такого масштабного мероприятия были вовлечены и зарубежные специалисты. Из зарубежных стран к нам едут режиссеры, некоторые артисты, певцы, танцоры. Едут именно из 4-5 стран тюркского мира. Они специально едут сюда, чтобы принять участие на открытии Тюрксой. Я считаю, что работы по планированию мероприятия уже подошли к концу. А что касается реализации этих планов, то с сегодняшнего дня мы работаем с большой группой, с которой мы приехали из Бишкека и будем здесь до 24 апреля. Кроме этого, косметическому ремонту будут подвержены Ошский национальный драмтеатр и другие культурные заведения. А также проводятся работы по озеленению и украшению всеми известного и восхищаемого Сулейманто. Отметим, мероприятие стартует уже с 19 апреля. Айзада Урумбаева, Бакет Мамацаев, Эрмек Муратбекулу, Мунарбек Арзибекулу, Пирамида, Ошская область.